Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. It was time to choose, a nasty fall or a bullet to the head. Мышка еле двигается. Надо привыкнуть. Я давно в Max Payne не играл. Особенно не играл на движке от Rockstar. Все-таки здесь немножко физика-то своя. Давай через диван его фигач. У меня уже две дырки на теле. Так, проблемки. Я разучился играть, видите ли. She was out on one of the balconies, and I hoped not about to be thrown off it. Так, куда мы идем? Куда мы идем? Все такое белое. It might have been stupidity, or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Подумаешь, две дырки. Я прыгну все равно с третьего этажа. На! Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso! Nice work! Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Пистолет-то зачем ему отдал? Сейчас с голыми руками сейчас будешь драться, что ли, или что? Нет, при себе один оставил. Лучше бы с двумя пошел. I imagine the elevator door is opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Кто здесь? Попробуй разгляди их в этом белом блюре. Понятно. Так, хватит мне всякие дурацкие подсказочки гнать. Немножко полежи на барной стойке. Тебе не помешает, черт возьми! Есть. Так, а что так камера далеко? О, дробовик. Вот это уже что-то получше, потому что... Это все мелко здесь. Не привык я на 1080p играть. Застрелить врага. Замедление камеры. Зачем мне это удерживать? Что я с этого получу? Хорошо, хорошо. Хватит мне это гнать. О, я хочу этот карабин. М14. Или как его там? Или М1. Это будет получше. Да, вот это вот сглаживание как раз таки не хватает. Видите, как все мельтешит. Очень мешает. А если ты хочешь сглаживание, будь добр, поставь две карты за 12 тысяч рублей каждая. Ах, чертям вас всех! Как ты посмел быть живым? Куда ты... Куда ты прячешься от меня, мальчуган? Босоногий. Типа крутая камера. Господи, вы меня еще в Марио учить играть будете? Ты уже
просто до... до маразма. Доходят все эти подсказки. Сейчас здесь кто-нибудь по-любому будет. Нет, ну ладно, я просто так пролечусь. Давай, давай, лети быстрее. Здесь какое-то очень медленное замедление времени. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Все-таки чувствуется, что управление в первую очередь заточено под приставку. Это, конечно, не самый лучший вариант. Так, кто там свой, кто там не свой? На еще, на еще, на. Пока патроны не кончились. Мне нравится такая камера. Слишком крутая. Слишком. Эльбора! Эльбора! Ноуса! Ноуса! У Макса Пэйна нет поноса. Господи, мышка, двигайся! Двигайся, черт возьми! Да, спасибо. Мышка не хочет двигаться в буллет тайме. Еще один веселый факт приставочного управления. Это так, как будто, ну, в снайперском режиме где-нибудь прицеливаешься, знаете. Так быстро, а когда в снайперском режиме прицеливаешься, медленно мышка прицел двигается. И здесь точно так же. И что, мне каждые 5 секунд сенс переключать, что ли? Да хорош уже! Господи, какой резвый, а? Вот пошел-то. На! Прямо в позвоночник. Это свои? Да, спасибо, мне все понятно, блин. Вы можете говорить по-английски хотя бы? Для кого эти субтитры? И почему они лучше читаются, чем русские субтитры? Почему эти белые, они нормально читаются, а те серые, я не могу вот на этих серых тонах читать все это? Вот, теперь они тоже белые. А были серыми. Забавно смотрится три дырки. Честно говоря, вот сейчас пока ни черта не понимаю. Я не успел прочитать субтитры. Может быть, там в них ничего и не было написано такого. Просто описание каких-то чуваков, и вдруг вырывается какая-то банда. Ты бежишь за похищенным и похитителями. И он опять идет бухать. Что, к чему, какой смысл это имеет? Куда столько драматизма в этом всем? And with that, I guess I was ready for bed. Да нахера тебе спать, ты же ночной парень. Глава вторая. Полный отстой. Вторник следующей недели, 23:33. A couple of days later, it was back to work.
ferrying the boss's brother out for the night, so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. В желтом свитере, спертый с этого, с образа чувака из 99 франков. Вот сейчас он похож абсолютно. На 100%. Ну да ладно, пошутил. Wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. But it's horrifying. Did someone say Buzzkill? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Может, прилетели, они приехали на худой наконец. Табом, и вам табом, и тебе табом, да, всем табом. Куда мы прилетели? Всю игру будем тусить на небоскребах, я чувствую. Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Week, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Да, Макс понимает их чувство юмора, так же, как и я. На 0%. Вы говорите уже на каком-нибудь одном языке, какого черта, вот, то на English, то на... Я так понимаю, португальском. Если бы это был хотя бы испанский, я бы, может быть, что-то понял бы. Uno, tres, cuatro. Но это португальский, это Бразилия. Там говорят по-португальски. Я ни хрена не понимаю. Уже начинает войну. Прямо на лестнице с каким-то бухим. Я понимаю, почему он так бухает. Вот все же, кого он защищает, бухают жестко. А ему на работе нельзя. Ему тоже хочется, поэтому он дома бухает. Ну, никаких проблем у него нет. Просто он не может на работе бухать. А ему же надо бухать как-то, он же хочет. Ему просто завидно, вот он бухает. This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? Столько пить? Да легко. What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub. Listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home. I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Valio!
Нигер, по-моему, на Аршайна больше смахивает этот нигер. Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one.